откуда ты знала, что, в принципе, девочка может прыгать четверные? Ведь до сих пор, насколько я знаю, одна японка попробовала и одна американка. Почему мальчики могут, а девочки нет? Девочки тоже могут. Просто сама хотела сделать это. Какой уровень сложности сейчас показал Саша Трусову, при том, что была ошибка. Переход бронзового призера чемпионата Европы Александры Трусовой из группы Этери Туберидзе в Академию Евгения Плющенко называют не иначе, как сенсационным. Поступок спортсменки сравнивают с предательством, и когда переход Плющенко будет оформлен, ее отчислят. Вот у нее нет такого, чтобы ей нужно было раздраконить на работу. Она прекрасна, она сама знает, что ей надо, она идет к цели. Четверные прыжки Трусова, ее фирменный стиль, и внесены в книгу рекордов Гиннесса, но чтобы именно побеждать на взрослом уровне, их оказалось недостаточно. Ведь каждый прыжок, который она идет, это огромный риск. Это, он даже ни с чем не сравним. Ничего, надо свое делать. Она сегодня не сделала свое. Звезды такого уровня, как Александра Трусова, в Академии Плющенко еще не было. Отряд Туберидзе вряд ли заметит потери бойца. Уже уходили и Юлия Лепницкая, и Евгения Медведева. Как талантом Трусовой распорядится Плющенко и его команда, будет чрезвычайно интересно наблюдать всем поклонникам фигурного катания. Не получился ни Луцкий флип сегодня, ни первый четвертый тур, но Саша Создала, она сделала историю, она сделала шаг в эволюцию фигурного катания, она чуть-чуть изменила мировоззрение у людей, у судей, что это возможно. Отбираться в тот год, когда Олимпиада. Все, как все. А если к тому моменту все начнут прыгать четверные, ты же показала дорогу. Значит, я буду прыгать пятерные.